Всем привет, вас приветствует игровой канал Saints Gamer, с вами Павел Элзун, тебя Джармон, для GTA San Andreas, ну что ж, 224 выпуск, вот у нас есть мод, который называется «Чинить машину». В каких-то выпусках уже был мод про починку машины, но этот мод особенный, тут CJ будет машину чинить сам. Фишка взята из Far Cry 2, кто играл в Far Cry 2, тот знает то, что там можно выйти, и если ваша машина побита, то ее можно там подкрутить, подчинить. Очень прикольная фишка, сначала мне это очень понравилось, но потом мне вообще Far Cry 2 надоел. Я его забросил и так и не прошел. Так, ну что ж, вот мы поломали машину, вообще в хлам. Подходим сюда и нажимаем клавишу Backspace и R. R это K русская на клавиатуре. Backspace это та кнопка, которая стирает буквы, цифры, знаки, если кто не знает. Подходим к капоту, нажимаем Backspace и R. Оба-на. И вот такая вот начинает анимация, CJ чинит тачку. Подошли наши пацаны. Облокотились на эту машину. Один что-то, наверное, с нами разговаривает. И все, смотрите, тачка починена. Мы можем в нее сесть и ездить. Все отлично работает. Смотрите, тачка ништяк. Также нельзя чинить мотоциклы. Ну, короче, нельзя чинить все, кроме машин. Тачки чинить можно. И также, если, например, вы побили какую-нибудь машину, например, не сев в нее, побили вот эту вот тачку и хотите ее починить, то CJ ее не починит, потому что она как бы не его. Для начала вам нужно сесть и поездить, и только потом уже ее чинить. Ну что ж, вот такой вот мод на починку машины. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.